Всем привет! С вами Комаров Виталий. И года полтора, что ли, назад я уже показывал видео про этот звонок. Ребят, до сих пор кнопка работает. Все два звонка до сих пор работают. Кнопка у него без батареек. Вот как я ее прилепил в тот раз, когда я его купил. Прислали мне ее, вернее. Так я его и поставил. Вот он работает до сих пор. Вот могу нажать еще раз. Вот. Палец у меня тут. Вон звонок. Вот он, пожалуйста, сначала сейчас начнет. Батарейки в нем нет. Вот в этой кнопке батарейки нет никакой. Сам звонок вставляется в розетку любую 220. Еще никаких проблем. Это я вот сейчас его на переноске вытащил, чтобы, как говорится, вам показать, что еще эта фигня представляет. Вот она кнопка. Вот она старая кнопка, мы уже про нее забыли. А это вот та самая. На калитку я ее вешать не стал. Сопруть. Все, он работает. Вторая зима, ни дождь, ни скляк к нему, ничего не страшно. Вот так вот он у меня установлен перед ходом. Все, спасибо. Ссылочка, не знаю, будет, не будет в описании.